вы уверены в себе, вот. Окей. Базука, садись в квадрат тогда. Найс, садись в звездочку. Обязательно починитесь до боя. Вот. Если есть какой-то шмот на item level, типа оденьте его, больше хп у тачки будет. Так, это все, кто умеет? Еще есть, кто уверенный в себе, что не проебет ни одного стака на боссе? Зен, давай посади меня в ту машинку, которая не будет катапульту запрасывать. Не будет катапульту. А что опять метка, няша? Это опять у тебя там барахлит что-то? Че метка? Метка слетела опять. Я могу... Окей, Зуд, садись в треугольник, кидать никого не будешь, стаки не проеби так. Окей. Еще два желающих. Няша, давай, ты сядешь, слышишь? Че, куда зовут? Да. Давай. Давай. Где еще там атака? Сейчас, секунду. Лад, ты что там заходишь, нет? Да, все сейчас загрузится у меня. Просто пишу программки. Ты с костром это... Может, бот просто выключи? Может, бот как-то там у тебя реагирует? Да нет, ботов нет. Да ладно тебе. В этой гильдии сам использовался на старте, потом бан влепили, больше не пользовался. Второй раз 5к платить не хочу. Надо пострелять колчедарно, могу пострелять колчедарно. Так, извиняюсь, это позвонили. Ну, что-то, блядь, опять метки пропали, да? Ой, блядь. Погоди, я ревоунс. Посмотрю, будут пропадать, нет? Давай, давай. Потому что я с тебя ассисты снял, они один хуй пропадают. Пропадает? Блять, заебали нахуй. Ну, да я. Стой, стой, да я. Пропадает? А, так ты ассисты у меня забрал сейчас? Ну, они даже так пропадают. Что за рандомная херня? А ну, отдай мне лидера. Хотя бы... Короче, расставляй. Ну, на этого босса, да. Потом отдал. Там метки дальше не надо. Так, это... Тут чуть другие метки, короче. Найс в квадратике, да, вижу. Базука в крестике, вижу. Зуд в черепе, вижу. Еще двое. Кто уверен в себе? Давайте. Няшер в луне. Так, еще один. Кто уверен в себе? Крадевыч, давай, садись в треугольник. Все. А, так, по миликам, по миликам. Что у нас тут есть? Я сяду к Няшеру первым, вторым сядет Ретрик. Ретрик, шаришь, что делать?
И один раз здесь ретрик. Один ретрик? Да, ты один ретрик. Ну да. В плане, чтобы меня закинут. И что делать там? Это да. Да, знаю. Метку скажешь, куда сесть? Окей. Окей. Так, тогда ладно. Вот, смотри, я залажу первый, это всем, кто будет первый и кто будет второй. Те, кто первый, они залазят и садятся сразу же в катапульту. Как только они залезли в катапульту, босс пуляется и их закидывают разрушители. Их закинули, они бьют там пушки, а вторые сразу же садятся, как только их закинули. Мы разбили пушки, нас выкинуло в центр, мы бежим все к своим меткам, запоминаем свои метки, кто где сидел, подбегаем. Остается секунда, я говорю, загружаемся, и те, кто там сейчас сидят, то есть это вторые люди, они загружаются и их кидают, то есть и залазят первые. Так мы будем меняться каждую остановку, то есть и все. Ничего сложного, когда вас выкинули туда, вы бьете пушку и все, вас потом выкинет. Когда вы сидите в разрушителе, вам надо стрелять вверх, сбивать колчедан и выбирать его в таргет, сжать двоечку и все. То есть, ничего сложного. Что? Суманите, пожалуйста. Сейчас суманем. Дайте шкаф, локи. И еще пробафать, но нужно будет всех, так что не залазьте. Так, все, а теперь по меткам. Я в луну, второй ретрик в луну. Дальше, Blackfly, ты первый в крестик, второй в крестик идет Авентор. Авентора слышал плюс? Да, да. Все, отлично. Так, первый этот, как-то тебя, вас, ты идешь в квадратик первым, второй в квадратик идет Бласт. Плюс, если услышали. Ретрик, ты не в квадратике, ты в луне вторым со мной. Услышал? Ну так я около луны стоял. Окей. Да, ты в квадратике вторым, вас первым. Вот, и кто еще остался? ДКшник, Веномчик, а не, это танк. Это танк, Веномчик. Латы остался, да? Латы остался? Да, куда нет. И кто у нас еще есть? Кто у нас еще есть? Кто умеет прыгать и собирать колчеданы с локов или магов? В разрушителя. Кто справится с этой задачей, чтобы убить пушку и пособирать колчедан? Плюсаните локи или маги. Кто мы? Джоки. Окей. Все, тогда ладно, ты в... Так, стой. В крестике кто еще раз сидит? Первый, кто второй? Все, понял. Латы, ты первый в треугольник. И Лок, ты в треугольник второй. С крестика вылезете? Кто там сейчас сидит в крестике? Вот, Blackfly первый, а Вентор, ты второй садишься. Стой возле пушки просто. И когда его закинут, ты залезешь. Все, ничего сложного. Давайте все к шкафу. Это касается Ми, Миликов и Лока. Всех надо пробафнуть, кулак, дать каску всем. Пристабаф обязательно, лапу. Рыбка есть, Няша? Да. Поставишь? Так, еще вот, раз. Вот, и есть уже рыбка. Так, Няша, на тебе лутера.
тут пока, блядь, без утера убить бы. Да на. А ничего я тебе не могу отдать. Да. А то я забуду потом. Так, все, давайте, если вас пробафали, по своим тачкам залезли. Сейчас первые, кто прыгает, завазят в тачки, сразу загружаются на шестерку. Вторые рядом стоят, ждут, не завазят. Вторые завазят только тогда, когда выкинем первых. Разбейте колчедан сейчас. Кто сейчас уже в тачках? Сверху очень много колчедана, его надо разбить. Уже садитесь там, это, ну, во всякие осадки. Что все сидят. Да, кстати, если кого-то не назначил, садитесь в осадную машину за руль и в пушку. Если там уже места нету ни у кого, то садитесь на мопед. На мопеде ни в коем случае не юзайте лужу. Так, да, пятая машина не кидает. Зуд, у тебя никого нет? Нет. Получается, никого. Кто остался без машины? Плюс они, кто на мотоциклах и, ну, и не может, ну, найти себе место. И есть такие? Один человек должен быть. Так у нас минус один в рейде. А, точно, у нас минус один. Окей. Кто в пушке в осадке? И хочет... Окей, вас. Не, вас, стой. А что ты в осадке в пушке? Ты в разрушителе. Вот, все, Максончик, залазь. Какая у тебя метка? Череп? В череп и подбирай колчедан. Колчедан подбираем, когда его меньше 25. Да. То есть от 50 до 25 не надо подбирать. Если, ну, меньше 25, один подбираем. Давайте траять. Тут надо просто потраять, он умрет. Веномчик тут. Веномчик, все, готов. А кто в разрушителях, залазьте в катапульту уже. Но не кидайте их. Все, все готовы? А осадки пуляйте. Осадки именно пуляйте. А запускайте катапульт. Все, залазьте в пушки второй. Пассажиры в осадках, сбейте сразу сверху весь колчедан. Абсолютно весь. Пассажиры в осадках. Осадки — это большие машины такие. Быстрее убейте пушки. Давайте, еще одна. Остановка. Нажми хосту. Все, бейте. Все, уже не надо, ладно. Все по своим меткам побежали. В свои метки. Главное, в свои. Кто не успевает, может мотак взять. Готовьтесь. Загружайтесь. Летите. Каучедана нет. Кто там у меня? Так я тебя взял. А, вот, теперь есть. Стеки проебал. Плохо. Все четверо уже бьют пушки. Да. Пассажиры в осадках. Цветы на себя агрим. Пассажиры в осадках. Те, которые сбивают каучедан. Да, вот так вот, правильно. Нет каучедан, извините. Если нет, то я же его брал. 25, еще один бери сразу. Да. Так я брал. Странно. Рано берешь. Да нет, нормально. Бейте. Нет, стойте. Загружайте. Давай, запускаем пушки. Блядь, ничего не запускается. Еще. Запускайте пушки. Двое. Я не могу сесть, я не могу сесть. Во, все, сел. Все. Так, ну у меня ретрик, короче. Не получилось у него. Ну, сам это... Да. Постакай. Еще двое. Запустите еще двоих кто-нибудь. Еще двоих запустите.
Любые, кто-нибудь, запустите двоих. У кого есть сейчас пассажиры в разрушителях, сядьте в пушку. Еще один. Сядьте еще один. И еще одну пушку, да? Не убьем. Ничего страшного, ладно. Потом. Сейчас еще раз тронем и убьем. Сейчас на черепе цветы. Вот видите, пассажиры в осадках должны эти цветы забрать на себя. Да, осадки. Вы должны бить цветы. Тех, кто в пушках. Те, кто в пушках, бьют цветы. Так, еще раз. Что с очередью у нас? Вылезаем. Сейчас. Окей, это падаете или вы убьете? Есть у нас это разрушитель один живой? Если есть... Да то... не, не убьют уже, наверное. Ну все. Там стаков нет. Падайте, падайте, падайте. В огонь можно заехать. Кто у меня в черепе сидит? Это Джоки, да? Или кто? В черепе сидел я, за водителя. И... Не, а кто с ним? Этот маскончик? Да, другие. Все. Это лук какой-то. Все, окей, отлично. А кто сидит в кресте? Лента. Блэкфлай первый, кто второй? Авентор. Авентор второй, все. Ни в коем случае не залезайте в катапульту раньше времени. Я озвучиваю, когда вам залазите, в это время кидайте. Есть вопрос один. Если кидают на босса, после этого самому надо слезать или пока он сам выкинет? Нет, он тебя сам выкинет, и потом ты просто добегаешь к своей метке. Ребят, не тупите, запомните свои метки и бегите к ним. Это очень важно. Дальше. Кто у нас в квадрате получается? Кто в квадратике? Так. Со мной Блаз был, еще один первый чувачок. Так, стой, а почему? Стой. Череп зуд, да? Да. Калшидан, ребят, не сбивайте пока что, мы же не начинаем. Крест кто был? Краделька? Не-не-не, стой, это по тачкам. Крест Краделька был? Ты треугольник. Найс, ты... Квадрат. Ты крест? Я квадрат. Луна. Базука, ты... А какая метка была? Я в кресте. Вот, ты крест был. Все, и квадратик. Так, в кресте у меня Blackfly и Aventor. Дальше... квадратик у меня кто? Кто первый и кто второй в квадратике? Кот второй, кто первый? ДКшник какой-то, да? Я в треугольнике был, если что. Вас, стой. Ты в квадратике первый, верно? Ребят, мы быстрее отвечаем. Да, Вас. Да. Да, да, он со мной. Вас, ты понимаешь, что надо делать? Плюс-минус. Все, окей. Так, в треугольнике кто? Кама зашел. Кто первый и кто второй? Ты в треугольнике. Так, Джоки, ты второй? А кто первый? Привет. Кто первый в треугольнике? Я нет, Джоки, ты второй летаешь. Краделька, он так как бы управляет. Латы, ты где сидишь, Латы? В треугольнике, я вторым лечу. Ты второй лечи. Окей, Джоки первый, Латы второй. Джоки, кинь еще кое на босса, ну, когда лететь будешь. Окей, отлично. Так, у нас
появился Кама, да? Кама. Угу, да, есть же Кама. Так, дайте смотрите, те, кто летают, у вас есть сейф-метки. То есть там стоят мотаки. Если вы понимаете, что не успеваете добежать до своего разрушителя, можете сесть в мотак и доехать спокойно, и чтобы вас не убило, короче. Там просто потом тыкаете на разрушитель правой кнопкой, он пересаживается. То есть не надо вылазить с мотака, там залазить в разрушитель. Просто правой кнопкой пересесть. Сразу идите все к шкафу, нужен баф и рыбку покушайте. Все к шкафу. Кто летает? Я не летаю, да? Да, Кам, ты в осадку прыгай какой-нибудь. Ну, сейчас с этого посмотрим. Если кто-то будет тупить, то ты его заменишь. Давайте рыбу поставлю. Да, он стоит, стоит. Ребят, Каучедан здесь сбивать надо только, когда мы пулять уже собрались, потому что он пропадает. Каску дайте еще. Давайте фубаф резче. Кто каску бафует? Протопал ты, я так понимаю. Да, и возьмите фокус машины, потому что некоторые люди, не знаю, не видят энергию или что. Да, да, да. Обязательно. Кто в машину садится, возьмите фокусы. Запомните свои метки, кто где сидит. И как только вас выкидывает утюг, вы видите свою метку и подбегаете к ней. Как только человека закинули бить пушку, вы садитесь. Все. Так, Кама, да. Свои метки возьмите фокус. Это Кама, энергию. Я тебе после этого босса отдам лидера, а то тут пропадают метки. Разница-то. Давайте. Так, кто у меня сидит? Я у тебя сейчас. Клондайк тут? Я себе место найти не могу. А вон одна осадка. Там в этот сядь. Вон, нашел я осадку одну. Да, все, садимся, быстрее сейчас пулять уже будем. Все тут? Все, готовы все? Залазим в катапульту. Осадки пуляйте, осадки. Погнали. Пуляйте. Давайте, запускаем. Сели в так. Креветочка, Колчедан, сбивать с неба пока. Авентр, залазь. Авентр, залазь. Подбирай, Буаз, подбирай бочку. Ускорение прожми. Отключение. Авентр залезь. Там что? Авентр, блядь, это Кама, замени Авентра. Где он был? Каметка. Где бы был Авентр? Вон труп лежит. Колчедан, возьми в кресло. Бери Колчедан. В какой тачке он сидел? В какой тачке сидел Авентр? Вагончик, запустите. Залазьте пушки, быстрее. Ну, запускай. Маскахончик, подними Колчедан. ДКшка, вас, подбирайте. Да, не улетает. Бэкфлай, возьми, пожалуйста, Колчедан, бэкфлай. Маску выкинул. Вылеть. Там все четыре пушки есть, да, нет? Нет, три, по-моему. Еще одного закиньте. Ну, я не могу ни высадить его, ни подобрать Колчедан. Понял. Все, это Колчедан нужен. Подбирай. Тут уже я просто смотрю на это. Посадки, цветы заливайте. Че, почему стаков нет на бойсе? Не подбирают Колчедан? В черепе пассажир вылетел, я его не могу высадить, чтобы самому хотел подобрать, и он мне не подбирает. Подбирай вас. Вас подбирай. Кто в черепе у тебя сидит? Масхончик, но он вылетел, ну, у него дисконнект или что-то. Так, я вот крестику подбежал, сказали крестик, и в итоге, блядь, там тоже чел никуда не полетел, может, тоже вылетел. Подбирай вас. Да, Масхончик вылетел. Да у нас много что вылетел сейчас, и не смог-то полететь. Давайте быстрее упадем. Да, давайте падаем еще раз. В огонь.
парни, не знаю, как там у остальных, вот в крестике, пожалуйста, тот, кто на вторых номерах, вы не только залазьте, чтобы в катапульту вас потом запулить, но вы залазьте, чтобы еще колчеданы подтягивать. Без колчеданов нету стака. А кто в крестике второй номер? С правой стороны получается... ни одного колчедана не было. Ни Blackfly и Авентер, но Авентер вылетел. Я очень долго без колчеданов был. Я два раза сам себе подбирал. Пересаживал. Прошу вас, да, если вы видите, что типа вы не можете что-то сделать или вы умерли, озвучите метку только свою. Вот озвучите просто метку и все. Вас заменят. Очень быстро. Просто озвучите метку, где вы сидели. Давайте, все встали, пробафали. Не садитесь сейчас в тачки, я дам метки. А зачем ты это делаешь, базука? Ты тратишь этот колчедан. В смысле? Ты можешь просто заехать, я починиться. В смысле, я заряжаю на 100% этот. Ты заезжаешь починиться, у тебя он заряжен на 100%. Так они все равно пропадут перед пулом. Это же еще со старого пула. Нет, тут вообще разницы, конечно, нет, но на будущее знай, что если заезжаешь на ремонт, то у тебя полностью восстанавливается колчедан. Окей, давайте, кушать бафы дайте все. Метки я расставил, сядьте в свои метки. Дайте кулак туда, под АК. Курьев, что весь все в дом летит. Кландук, походу, вылетел. Кто вылетел? Кландук на месте бежит. Клондайк Прист. Клондайк Прист. Прист, ты тут? Да, мне выкинул. Походу вылетел. Да, он же сказал, что его выкинул. Ладно. Кто там залез? Все, можешь влазить. Починиться надо еще. Типа по своим тачкам все уже. Вторые номера ждите. Рядом со своими тачками. Папа. Клондайк, ты заходишь? Или у тебя там серьезно да, что-то? Да. Так, давай. Авентер что, сдох, вылетел тоже, да, или что? Да там у Blackfly залагал, у Вентера залагал. Так, все, заходит Клондайк, мы пуляем. Пока не сбивается. Сбил. Проверяй. Сейчас зайдет, подожди. Пропадет же. Советую одному из разрушителей встать там, где луна. Сзади. То есть вы там просто вчетвером растягиваете вот этот, ну, колчедан, а сзади его много. Встаньте кто-нибудь сюда. Треугольник, ты куда едешь? Где луна? Вот, все, это... Крестик, едь сюда, где луна. Не, крестик можно, кстати, и там поставить. Окей, а вот ладно, все, давайте чек. Разбивайте сверху колчедан. Все там, все тут. Да. Разбейте сверху весь колчедан. Все, и пассажиры в осадках тоже сразу разбивайте с пола колчедан весь сверху, который появится. Он появляется сразу. Залазьте в катапульту. Залазьте в катапульту. На шестерку загружаемся. Осадки пуляйте. Закидываем. Все, залазь. Пролагал просто. Пассажиры, там если видите, что Левиафан доехал, почти спринты жмем. Так, остановка, отлично, очень быстро. Ника, здесь поближе. Залазьте в катапульту.
Кидайте. Кидаем. То стаки там проебал. Плохо. Осадка какая-то замерзла лучше. Авентр. Кинули, я не знаю почему. Каучедан, Трезот. Вижу. Авентр, залезь. Загрузиться ему надо? А там четвертая пушки? Нету четвертой пушки, да. Закидываете кого-нибудь? Кто там? Пятый? ДК, закидывай. Няшер, закинь своего ДК, я бегу к тебе уже на спринтах. Закидывай его. Давай, садись. Давай. Кидай. Закинул. А, я вылетел, нет. Оно не кинулось. А, забагал. Пробуй еще раз. Пробуй еще раз. Есть, есть. Пушка, все нормально. Одна тачка может кинуть один раз. Не надо, все есть. Можешь взять еще раз? Опять вылетел, наверное. Бейте, просто бейте. Без остановки, просто стакайте каучедана, не проебывайте его. Кас убивайте. Стакайте каучедан. Подбирай, подбирай. Няша, у тебя есть кто-то в пушке? Нет, сам собираю. Ну окей, не проебывайте каучедан. Вот один стак только, блядь, один. Очень мало. Ну, может, кстати, успеем? Да вы можете успеть. Главное, не проебите стаки. Настакайте и не проебите. Нету каучеданов подобирать. Креветы. Там есть сзади каучедан возле входа и возле, где Левиафан выходит. Много каучедана. Там он сверху, его разбейте каучедан, очень много резнулось. Что на пушках, разбейте каучедан. Резнулось много. Пассажир в осадках сверху разбиваем быстро, каучедан. Каст, бейте, каст, каст, каст. Каст, осадки. Осадки далеко были. Два, ну, да, стака. В принципе, две остановки хватает. Да ну, просто вторую надо сделать и все. Цветы... Да нормально, вылетают челики просто. Ну, я вообще замерз, блядь, кто-то на тупит. Кто сейчас не полетел? Все, разбили нахуй меня. Подбирай, подбирай. Все, да, вот. Падайте. Сейчас еще раз. Кто не полетел, скажите, кто сейчас затупил? Я не полетел, но они... Я был в катапульте. Меня просто скинуло, короче. Это Авентор, да? Я залез по команде в катапульту, но меня просто скинуло с машины. Мы поняли, кто это говорит. Мы с ним не понимаем. Авентор. А, все, понял. Okay. У тебя второй раз уже такая херня? Нет, я в тот раз два раза полетел. А, понял. Реогнис, это бывает. Реогнис просто. Иногда багается тут такое. Ты в бою еще говорил, что череп, чтобы выкинули, нас там только двое. Лок и... Я понимаю, череп может сам себе постакать, а ты можешь просто полететь и убить пушку одну. Все. Это кто нихера не делает? Мотоки расставьте по меткам, которые вокруг Левиафана. Давайте, если кто-то опять залагает, то Няшер, все опять же. В свои метки попал, только сядьте, пожалуйста. А ты пуляешь ДК. Рыбу ставлю, бафаемся. На квартиру. Цветочки. У меня одного комбата. Все, да. Все уже нет. Крестный. Няшер, ты слышал, нет? Че-че?
Ну, если кто-то опять залагает, либо его вылетит, я тогда слезаю с Левиафана, жму бабл, бот и бегу к тебе, а ты кидаешь ДК. Давай, если успеешь. Успею. Вообще, я типа должен закидывать тот, кто не кидает, если кто-то затупит или улетит. Человек, это череп. Он, вот если он уже закинуть. Закинет и опять затупит, тогда уже я тебя кидаю. Если у кого-то проблемы, я могу спокойно заменить там этих летчиков. Ты пока он лагает постоянно или что-то еще. Подошли к своим меткам. Можно еще вопрос? В черепе по команде нужно пересаживаться к катапульту или сразу? По команде нет, но когда, если кто-то затупит, я это скажу, что, типа, надо кинуть, и ты залазишь. Так, все, давайте, разбивайте колчедан сверху. Кто это там? А, в черепе все, понял. Все стоят рядом. В треугольнике не вижу рядом. Треугольники, подойдите уже рядом. Кто второй в треугольнике прыгает? Да все нормально, сижу я. Да, уже все нормально. Ну, стой, сейчас. Оп. Ты первый прыгаешь, а кто второй-то? Завалит. Нет, второй сидит, Лок, вон сидит. А, он я уже говорю, блядь, не садитесь там. Заранее. Оно багается, если вы заранее садитесь. Вылезьте. Вторые вылезьте. Садятся только после того, как выкинут первых. Разрушитель. Все, все готовы. Осадки, блядь. Запускайте. Все, сверху разбили пассажиров в этих осадках. На ком там? Уезжай быстрее. На спринтах. Остановка будет. Уже? Ой, блядь. Подбирай. Че случилось? Отыкал. По КД, наверное, каучедан не кидайте так, чтобы поддерживать стаки только. Это мало его. Все к своим меткам. Сейчас нужно будет загружаться. Загрузились все. Кинули их. Бласт, бласт. Одного нет. А, все, все, все. Вас, где ты сидел, скажи мне? В квадрате, в квадрате. В квадрат это, сядь, Кама. Сейчас. Есть четыре пушки. Да, 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 да. Сломали уже. Отлично, убежал. Отлично. Давай, еще одну сделаем. Еще одну сделаем. Все, все нормально. Ну, садись. В квадрате. Я не могу сесть. Вылези, вылези с разрушителем. Не может сесть. Загружаемся быстрее. Загружаемся. Загрузились. Садись, садись. Закинули. Закинули пушки. Что там? Четвертый. Кидай, кидай, найс, кидай, Кира. Кидай, кидай, кидай. Все, есть. Убивай. Все. Ништяк. Пассажиры в осадках, цветы забираем. Где сидел была? Фу. Все, ладно, все, не кидаем никого. Просто все, добиваем. Так. Добьете так. Сейчас каучедан начнет резаться. Пассажиры в осадках готовитесь сбивать. Цветы пока заберите. Я сейчас каучедана справа куда-нибудь подъедете. Цветы заливать тоже. Что? Не кидаем. Что? Бейте просто босса. Держите стаки. Фандак, где пятый? Да, да. Где пятые стаки? Да нет у меня стаков, просто я, блядь, с одного карты, блядь, другой ехал. Понятно. Ладно. Все норм. Просто бейте. Блядь, еще кто-то стаки проебал. Добивайте просто. Ну, сейчас вот более-менее. А если пушка не багнулась, типа, если б рога быстрее сел, было бы нормально. Оно багается, если ты сам садишься. Ну да, если да. Если ты садишься, то оно багается. Рясните павших. Что у нас тут? О, тапочки. А у тебя лутер, да, Неш? Да, да. Ассиста, кстати, или реву что-нибудь можешь давать, или реву камень.
Да я сейчас наорал. Осколок упал. Так. А, стоит так. РЛ Кама ему. Сейчас. Кому надо, плюсуем. Осколочек. Ой, в смысле, плюсуем, линкуем свою шмотку. Эльдарчик рад. Вы вчера первым рейдом закрыли Алгалона? Нет. Алгалон нам не дал. Я стану сейчас я куда-то делать. Короче. На Астрокрыл рейдом. Спускаемся. И тут фулбаф сейчас будем давать. Как закончено. Да не там с лутом. Тут сфер нападала. Так, давайте рыбу ставлю пока. Подходит, кушаем. Линкуем, линкуем свою шмотку, если нужно. Где-то плачет мой лок. Вчера упали, да, сегодня такая... упали. Да. А когда ну, лок найдешь, они хую падут, верно? А что ты на ДК пошел? Да потому что, ну, типа, лок... Я его ко второму ряду готовлю. А, понял. Буас, ну ты чё, ёпт. Ну, как бы, Кама, у меня есть уважение. Я на ДК прокачал 3 профы плюс эту купил карту, а на локе у меня 0 проф. Так как бы... Видишь, хорош, понял тебя. Трезон. Так как бы с профами иду. Без проф не иду. Лас, у тебя ну, что-то частенько что-то происходит, какая-то вот подобная херня. На полчаса только. Не вернешься, можешь больше не приходить вообще. Да, время можно пошло. Нет? Да, да. Да. Не вернешься, время я говорю, больше можешь не приходить. Заходить на ханта? Нет, пока. Давайте фул баф. Где бафы? Каски нету по ДК. Почему, кстати, не забудьте поменять, что слабо. Фласки все выпить. Давайте чек. Ну стой. Еда, рыба стоит. Ребят, чё стоим просто? Фласки выпили, рыбу поели быстрее. Гера будет сдаваться на первой пересадке или нет? Да, Гера когда сядет, ну, даем. Ага. Собласты пока не хирим. Запускаю? Все готово, сейчас вообще чекну. Не, не то. Ай, блин. Чё? Да я не спекнулся в трапденсера. В кого-то не спекнулся? Да в другой спек, там где трапа прокачана. Вас... А почему ты во Фросте? Или тебе не сказали, что ты ванхолик? И я просто не помню. Понял, окей. Ну, ванхолика после этого спек. Ну что, заливаем? Да сука. Вот там что-то происходит постоянно, можно закрыть. Вот вы видите, что творится? Вот я не могу понять, почему он подошел к этой пушке, блядь, идет сам.
Найс, запустишь пушки? Как активируется сразу. Уже беги, запускай. Сейчас еще одна активируется. Приготовились. Все, сейчас как сядет Геру, даем. Прожимаемся и дамажим. Погнали. Что ДПС такой все сегодня? Угу. Мне не бьет вообще, блядь. А, ну хотя бы 24 еще. Варчик. А ты помнишь, что я тебя просил? Что, не стакает? Ноль стакает.